этот район называется Солна. Хороший район считается. Такой достойный. И здесь... вот этот построен новый торговый... Ведущий к Зможатскому. Новый торговый центр Мол в Скандинавии называется. Сейчас мы в него попадем. Там очень красиво. Видите, на указателе написано Мол в Скандинавии. Нас подходит направо. Не забывайте! Все, мы приехали. Кстати, кто? Не помню, кто у меня спрашивал, девочки. Быстро, быстро говорю. Русская школа. Блин, трафик школа. Вот здесь она. По левой стороне вверх сюда подняться. Вот это трафик вверх. Здесь выдают разрешение на проживание. В Швецию огромное здание, мы приехали. Это станция Солна, метро. И огромное-огромное здание, трафик вверх. Ой, господи, что я имею? Какие трафик вверх? Микрохун вверх. Миграционная служба. По кольцевой развязке на второй съезд. Ты мне не нужна больше. Ты мне больше не нужна. Чао, Белла. Вот мы приехали, мол, в Скандинавию. Здесь очень красиво. При въезде даже. Трафик веркет, это типа нашего ГАИ. Боже мой, прям на космические станции какие. Берем талончик, на котором указано время вашего въезда в этот торговый центр. И здесь можно стоять бесплатно. Не помню, сейчас скажу. Вот такой вот дали мне талончик. Здесь без класса. Сколько ж тут нужно встать? Я сейчас где-то почитаю. 2 часа, по-моему. А третий час уже 15 крон. Ну, это если не хватит. Вот здесь указано время. Не время, вернее. Наверху на циферблате указано, сколько парковочных мест свободных, куда припарковаться. Но я хочу парковаться ближе ко входу, чтобы не бежать эту через всю парковку. Ближе к лифтам, к парковкам, к этим, ко входам. Сейчас посмотрим, куда мы с вами встанем. Сейчас.
где зелененьким горит, туда мы встанем с вами. Все, мои дорогие, все, припарковались. Значит, что, идемте. Я стала на D13. Нужно запоминать обязательно, где ты остановился. Лучше сфотографировать. Вот видите надпись, я сейчас покажу. B1, D4, B2, B18. Потому что так можно... очень долго бегать и искать свою машину. Эта парковка очень мне так что-то напоминает аэропорт в Барселоне. Но это здесь, конечно, детский лепет. Там это просто. Я себя чувствую героем, что туда заезжала и выезжала. Это вообще просто. Лабиринты. Это мы один из входов. Там такие лабиринты. Вот оно, ужас. Ужас. И крутые повороты. Только я слышно визг машин. И найти машину свою. Вы вообще забудьте. Если вы не сфотографировали, где она стоит. Какая буква и какая цифра.